Более 60 тысяч рублей получили управляющие компании города на закупку средств для дезинфекции подъездов в июле. Субсидию выделили из регионального бюджета. Выплаты предусмотрены в рамках компенсации затрат на обработку общего имущества многоквартирных домов в период распространения коронавирусной инфекции. На эти цели всего правительством Магаданской области выделено 10 миллионов рублей. За последний месяц более 400 тысяч рублей получили 7 организаций. Самая большая сумма – 302 тысячи – предоставлена Среднекамскому городскому округу. Напомним, колымские управляющие компании товарищества собственников жилья имеют право на возмещение затрат на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. Управляющие многоквартирными домами могут подать заявку на субсидию в Минстрой Колымы.